приветствую вас на своем канале. В прошлый раз я делал ложку и полосатую, а сейчас лопатку. Тогда же это склею и эту заготовку под лопатку. Криволинейные резы сделаю ручным лобзиком. Что мог резцами снять, снял, осталось только шлифовать. Думал сразу лопатку покрывать облепиховым маслом. Потом подумал, покрою я льняным и сравню с ложкой, с которой покрыл облепиховым маслом.
Ну вот пока какой результат. Ольха вроде бы не отличается, а вот бероза у ложки чуть темнее, желтее. Лопатку только что покрыл, а ложку уже пару дней.